ловите лайфхак от Бузовой, как собраться быстро на съемку, когда тебе очень рано вставать, и ты спала 3 часа. Значит, идем в душ, быстро моемся. Пока тело мокрое, мажьтесь маслом, чтобы оно быстро впиталось, потому что зимой кожа сушится. Пока вы в масле, срочно делаете себе кофе, увлажняете лицо, патчи под глаза и полотенце на голову. Выпиваем чашечку кофе спокойно, не нервничая. Собираемся, думаем о том, что нужно успеть за сегодняшний день. Одеваемся и с полотенцем выезжаем из дома. Я еще каждое утро пью стакан воды, иногда даже больше, с лимончиком и с ложкой меда для желудка. Утром я не завтракаю, потому что мне не хочется, но вообще это... Ну просто, чтобы вы понимали, в каком графике я живу. Сейчас 8 утра, я встала в 6:30. Сниматься закончила в 12, легла в 3. Больше доставать своими сторис в полотенце. Хочу быть красивой. А у меня сегодня 3 очень важных съемки. Один новый проект, один очень большой рекламный. Всем хорошего дня. В общем, если вам интересно, могу периодически делиться с вами своими какими-то женскими секретиками, находками, масками, как я кушаю, просыпаюсь, живу.